Хорошо. Да. Так, готовы? Наверное, нет. Ну а что, не готовы? Да готовы. Какая разница? Давай. Чуть-чуть совсем. Сейчас получится. Это, наверное, нельзя. Твоя команда. Так. Раз, два, три, пошли. Двигаемся. 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 Вообще класс. Здорово. А вид шикарный. Я больше, наверное, боялась. Так они все больше боятся. Сейчас я чуть подлиннее. Если тяжело, можно немножечко облокотить на колено. Вот так, наверное, будет наш. Ну, красота. А назад мы как будем возвращаться? Мы сядем внизу, скорее всего. Сейчас посмотрим, сможем ли мы в это время дня поймать восходящие потоки и забраться наверх. Если нет, то мы садимся внизу. Чуть уже поехал вниз, чтобы нас забрать. И мы поедем на джипе вверх. Ой, ну ощущение класс, конечно. Правда, не подозревала никогда, что это здорово. Родители, наоборот, да, не дают расслабляться своим детям. Красота, да, и ощущения, да. Ну, ощущения, наверное, больше, да, на самом деле, при разбеге, и вот это первый шаг. Ну, первый момент, так, уф, да, ух, полетели. Вот это вот, да. Все ожидают, что мы куда-то будем падать. Да. Красоте.
Китай невозможно не влюбиться. Хочется от людей подальше, побыть...